Вулкан Вильярика, Чили. За 10 тысяч долларов вы сможете совершить банджи-прыжок с вертолета прямо в действующий вулкан. Каменный лес на Мадагаскаре. Эти острые, как бритва, карстовые кинжалы из известняка могут порезать человеческую плоть достаточно одного неверного движения. Могадишо, Сомали. Хотите путешествовать в пуленепробиваемом автомобиле, чтобы не быть застреленным сторонниками джихада? Тогда Сомали для вас. Гора Хуашань, Китай. Это самая опасная в мире тропа. Ежегодно более 100 человек срываются в пропасть. Но виды отсюда открываются великолепные. Афганистан. Афганистан – это мечта искателя приключений. Опиум премиум класса, восхитительные пейзажи и потрясающие горные хребты. Чего еще можно желать?